Садитесь, погнали. Серега, понятно, это не Сигма, мужик. Прошу подметить, что грибу не я. Я вообще вне этой пирамиды. Вот именно, что ты гребешь сам. Всем здорово, пацаны и девчули тоже 2%. Здравствуйте. Все, здравствуйте. Так, это Майнкрафт с фанаткой. Так, подождите, теперь внимание, внимание, шутка. Евгений, смотри, иди сюда. Да что тебе надо? Смотри, видишь, что это? Шутку объясни, слышишь? Я тебе что кинул? Серьезно сейчас? Мне не надо палку кидать. Все, Диман, ты теперь дырявый. Куда бежать? Да почему я всегда последним бегу, вы заебали? Бей его, блядь, подержи. Сдохни, сука. Сдохни, бей его нахуй. Он плохой, он плохой. Она получила достижение хуй в железо. Ой, то есть хуй в железо. Серега, я сейчас выборочно выключил микрофон. Нам нужно как-то подставить Евгения. Ты что, дурак совсем? Ой, она что, слышит? Серега, тебе меч сделать? Мечей так скоро умру. Это хардкор, ты чё, пацан, ты успокойся. Ты... А это в твою честь монумент. А, бля, меня сейчас тоже убьют. Бля. Это крипсы. Это банда крипс хочет напасть на меня. А знаете, кто я? Я волк. Все мои собаки делают ауф. Волки обладают каким-то магнетизмом. Кнись свой рот. Я по славянскому календарю булка. Я вот сейчас вот, блядь, выйду из своего погреба. На... Да из какого погреба? Дядя Сережа кабан выходит. Не надо, Лёд. Приходят все гендеры в кафе, а им дают всего 2 стула. Ты на шутку меня отвлек, да, значит? Иди-ка сюда, молодой. Я иду. Спасите, помогите, насилуют. Хардкорное, блядь, выживание, суки. Что случилось? Что произошло? Это, блядь, хардкорное выживание. Духи возродились. Тише, молодежь. Я выслежу вас. Вы думаете, легко меня сломать? Вы меня не сломаете. Бля, пидор. Дмитрий Ножницы предлагает вам новый челлендж. Давай, попробуй залезть в эту вентиляцию, пока я тебя пизжу. Залез, да? Я тебя после этого не бил, тварь. Чё? Перекусить. Ну я тебе кину палку. Да иди ты в жопу. Монгольские стрелки. Монголы на меня переагрили. Ничего не знаю. Я тут резко вспомнил, как ты меня троллил кайф спайдерами. Он меня отравил. Кайф спайдер. Смотри, лежит такой, разлегся, да? Давай пиздуй воду. Она за гейское общество. Женщина. Ты своего товарища посчитал пэдик. Нет, лучше влагалище, чем очко товарищ. Ты будешь драться. Я делаю ринг, все. Погоны срывай и топись. Ну ладно, поехали. Слышишь, Сереж, садись, поехали. Я не могу всплыть, как? Все, поплыли. Мне нравится вот эта игра, то, что женщина работает наравне с мужчинами. Вообще ненормально. Я не понял, сейчас меня все поддержат, пацаны, которые играли в хой. Сейчас лутбок. Ты меня бьешь, ты что, даун, что ли? Я бью свиней. Русских свиней. Я бью свиней. Я помню, как он свиней убивал в прошлом видео про военные преступления. Русские свиньи. Я позвоню сейчас этим фемкам, которые антикибербуллингом занимаются, чтобы они тебя в контре на нож посадили и сказали, что кибербуллинг это плохо. Ты сам меня бьешь, я тебя не трогаю. Буллить это плохо, понимаешь? Какой же он пидор, бля, я его хочу шею ему свернуть в этой игре сейчас, бля. Он меня, сука, раздражает. Твоей квадратной головой вот это, если, блядь, петлю, сука, надену тебе на голову. Шнеля! Шнеля! Опачки, это заявка, это объявление войны. Нептун объявил войну. Так, все, я ем свое мясо. Это вот этот, посмотри, этот сучонок украл нашу лодку. Он еще и лодку угнал. Поздравляю. Понимаешь, ошибка была в твоей игре сейчас. Ты анализируешь вообще прошедшие катки? Надо было сначала бить, а потом шутить. Ты просто велся, как жадная тварь. Ты это, следи-то за язычком. Че ты не угораешь? Да я что-то подумал, что ты прямо на серьезе за это... Да. Обиделся на меня. Серьезно разговаривал. Подумаю, что-то я заборщил, походу, или что, я такой, знаешь, замолчал. Мы обычно друг друга пидорасами тут называем, а ты тут, блядь, просто тварь сказал. Давай поросенка убьем просто. Да, ради мира во всем мире. Да. Смотри, какая бжилка. О, точнее, смотри, какая жилка. Я ее поймал. Лови ее. Она меня бьет. Бей, пчелу. Отравление. Бля, у нее глаза Нога красные. Нога потеряна. Гос-200. Теперь нам нужно где-то отфраериться. Так, поприветствуем Ксению, здравствуйте. Чуть. Мы с пчелками вообще-то дрались здесь. Ты мне палку кинула, блядь. Забери свою палку. А, давайте, кто первый умрет, тот лох. Кто первый умрет, тот лох, давайте, да? Нет, неправда. Конечно, понимаю, но вы, Евгений, единоличник все-таки. Почему Евгений? В смысле? Офигел? Понял прикол, надо прыгать.
Ты вот сейчас вот чуть не сыграл с моей смертью. Полиция, заберите меня отсюда, пожалуйста. Порнуха на улице Вязова. Два, ты, блядь, доебался. Да я тебя ускоряю, блядь. Desert Eagle. 50-го калибра. Наливай. Фоточка будет на экране, если что. Сейчас наступит перепрошивка. Ой-ой-ой. Что происходит? 40 fucking градусов.